Здравствуйте, друзья. Видите, что тут на дороге творится. Вспоминаю я вот эту фразу, стишок, можно сказать, когда едешь на Кавказ, солнце светит в правый глаз, а когда едешь в Европу, то светит уже в левый глаз. И вот у нас это перефразируя, можно сказать, когда едешь из Санта-Крус в Кремниевую долину, то лучше ехать тогда, когда нет людей на дороге. И вы можете сказать, ну а что ж ты вот не поехал, когда людей нет? Дело в том, что сейчас ровно 11, вот у меня на часах в автомобиле 11 и 2 нолика. И мы со Светой поехали, думаем, сейчас проскочим там за полчаса и будем дома. Потому что в это время обычно никого нет. Вы сами понимаете, что в воскресенье народ возвращается домой, ну в какой-то момент возвращается. Может быть, даже вот еще в 8-9 есть пробки, но уже после 10 нет. А тут, значит, я даже не знаю, что там. Вот вы, наверное, видите там какие-то... А, вам, наверное, не так видно, как мне. Там есть такая желтая стрелочка мигает. Сейчас ее будет видно. Может быть, ее раньше было видно. По-моему, их даже две стрелочки. Да, вот одна справа. Ага. Да, сейчас вы увидите одну, увидите вторую. Она говорит, типа, влево. Там давай. Типа, куда прешь, да? Давай, куда давай, прешь, давай. Влево давай. А полос всего две. Поэтому то, что их там две стрелочки... Это не то, что давай на встречную. Да, было бы оригинально. Да, вот вы видите эту полосочку. И это, друзья, в 11 часов 01 минуту. И мы уже, наверное, минут 5 вот тут движемся. Я надеюсь, что как-то мы так проскочим. Есть идея такая, что, может быть, там продолжается какая-то стройка. Знаете, когда оползни были от дождей. Тут перегораживали, может, они решили... Да, ну вот же перегорожено, вот же ты видишь. Вот оно, ну да, перегорожено-то я вижу, а чё вдруг-то перегорожено? Ну, не знаю. Да. Ну, давай, люди рабочие. Да, давай я тогда же, может быть, разверну камеру чуть вправо, чтобы нашему зрителю было видно. Потому что всегда народ спрашивает, а что случилось, правильно? Говорит, я свидетель, да? А что случилось? Вот мы с вами сейчас будем свидетелями, если удастся. Такое ощущение, что стрелка уехала. Ты видела, Света? Да, вижу. Стрелка, которая там стояла, взяла и уехала. Но, тем не менее, полоса закрыта, и, скорее всего... Полоса закрыта. Они просто сейчас ее закрыли. Так. Стрелка уехала, а вот полоса закрыта, и будут идти ремонтные работы здесь. Но, во всяком случае... А где, я извиняюсь, ремонтные работы? Мы еще не доехали, видно, до них. Так. Полоса им нужна для чего-то. Да. Написано, что... Вот, друзья, в этом всегда есть какой-то элемент, знаете... прикола, да, все-таки не знаешь, чего там дальше. Но все-таки машин не очень, но вон там впереди оборудование стоит, видно, светит она. Да. Справа. Вот, им, видно, вся полоса нужна. Я-то думал, что мы сейчас покажем нашему зрителю, как оно, ой, это аккуратненько, значит, как оно там, понимаешь, разворачивается в марше. А тут нет, ничего не разворачивается. Разворачивается, там за ней вот дальше. Ну, давай я возьму немножко. Но поскольку машин немного, выстроившись в одну полосу, перейдя из двух в одну, да, где была пробка. Ну, тут какая, да, это вышло, вот это машина вот со стрелочкой. Да, вот тут там машина, не поймешь даже с чем, с фонарями, по-моему, она такая, с прожекторами, нет? Ну, да, вон они там тянут какие-то, ну, эти, какие-то... Что-то тянут. Тут какая, да, это машина осветительная. Вот дальше тут стоят... Какие-то мешки. О, да, тут они, работа, друзья, идет, да. Чего-то делают тут, справа. Тут такой же нехитрый. И что, и все? И вот это все? Нет, ну закрыто. Нет, же еще закрыто. Закрыто. Наверное, там что-то еще есть. Наверное, что-то еще есть. Надо сказать, что после дождей качество дорожного полотна местами, да, стало оставлять желать лучшего. А ты обрати внимание, что еще мокро. Ты видишь, вот уже дождей-то нет. Мокро, потому что с гор стекают, тут конечно. Стекает, да, уже, да. Вроде, на то и горы, чтобы с них стекать. Да, вот здесь вот тут как муравьи, так. Прям много-много народу. Они тоже тут, с лампами, да. Стоят. Такой дизелечек у него. Да. Они строят ограждение, чтобы... Это как раз то самое место, где оползни были. Да. Они строят вот это бетонное. Бортик бетонный, да. Ставят. Но мне кажется, что если нормально осыпется, эти бортики не помогут, ну никак. Ну, хоть какие-то как, примитивные. Как-то. Так, машинки пошли быстрее. Хотя полоса правая. Это говорит о том, Света, что они там просто не ехали, а подробно рассматривали, что же там. Нет, то это есть... там, где они перестраивались. Ну подожди, ну потом уже перестроившись, вот смотри, мы стали ехать быстро в тот момент, когда проехали саму стройку. А полоса как была одна, так и осталась. Хотя положено, действительно, когда ты едешь в одной полосе мимо чего-то такого, то положено замедлять скорость, это правда. То есть как бы не положено проноситься. Такое правило тоже есть.
Ну, аккуратненько надо, мало ли что. Ну, а, все, слушай, вот, все, вот, да? Вот оно уехало. Друзья, вот так вот мы с вами ехали. Ничего такого не случилось. Но, во всяком случае, мы хотя бы знаем, что ничего не случилось. Это уже большое дело. 40. А? 40 миль, а я еду 45. Вот, пожалуйста. Отлично едем. Все, друзья, счастливо вам. И чтобы и впредь ничего такого не случалось.